Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем еще один рецепт из нашей постоянной рубрики «Казачьи рецепты». Будем готовить мы сегодня старинный национальный напиток казачий, который называется ирьян. Я помню еще мои дедушки, бабушки всегда пили этот напиток. К сожалению, не все сейчас готовят, но вот мы нашли нашу казачку Ольгу, которая умеет, которая сохранила этот рецепт и сейчас нам покажет, как же раньше казаки готовили ирьян. Что такое ирьян? Как он готовится? Заквашиваем молоко и подвешиваем в тканевую сумку, в погреб. Когда сыворотка стечет, образуется вот такая масса. Она очень густая, белого цвета. Угу. А что мы дальше с ней делаем? Дальше мы массу добавляем в воду. А вода какая должна быть? Вода должна быть ледяная, колодезная. Обязательно, да? Чтобы вкус был еще лучше. Я вот, кстати, помню, когда дедушка собирался на покос, они брали вот такие вот чугунки, такие молочники, брали с таким вот ирьяном разведенным. Говорят, очень хорошо утоляет жажду. Да? Да. На огород, в поле, пожалуйста, вот берем такой напиток. Кстати, никакой химии, все самое натуральное и полезное, только укрепляет здоровье, поддерживает иммунитет. Поэтому я думаю, что даже сейчас будет актуально. Готово там? Готово. А мы так и пьем или еще что-то добавляем? По желанию кто-то хочет, если может, добавить сахар. Сахар, да, либо соль. Либо соль. Интересно, какой он на вкус? Такой немножко кисленький, но приятный. Очень хороший, интересный. Кстати, друзья, если вы хотите попробовать вот такой вот национальный напиток, да, или другие казачьи старинные блюда, пожалуйста, приезжайте в наш Лавлинский казачий край. Здесь вы сможете все это попробовать. До встречи!